Здравствуйте, уважаемые! С вами снова я, Валер МХМ, и сегодня у нас на повестке гайд по фарму крови хтона. Редкий материал, недостаток которого особо остро ощущается в начале прохождения и при первом знакомстве с игрой. Необходим при крафте скелетного ключа, реликвии некоторых вещей. И пока я не забыл, напоминаю вам об уникальной возможности. Вы можете стать спонсором канала на Boosty, а также поддержать автора материально в наше непростое время, чтобы я смог продолжать работать в выбранном направлении. А еще предлагаю вам присоединяйтесь к сообществу в соцсетях и Дискорде. Все ссылки в описании под видео. После полного ознакомления со всеми возможными вариантами по выпадению крови хтона из монстров, я выбрал самые лучшие проценты и простые доступные точки для стабильного и быстрого фарма. Как обычно, рекомендую это делать с утилитой Grim Eternals. Ссылка в описании под видео. Итого, мы получаем 5 точек для быстрого и профитного фарма и 6 мест вероятного дропа. А именно, перечислим эти места. Оскверненное святилище, Салазар. Собор Чертополоха, Отец Абадос, Деревня Темной Долины, Зария, Врата Темной Долины, Талнош, Печать Лакхариана, Талонис и сам Лакхариан, а именно дроп из его сундуков. Ссылки на этих боссов приложены в описании под видео, где указан процент дропа и другая полезная информация. Мои настройки Grim Eternals вы можете увидеть в самом начале видео, где открывается конфигуратор. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео оказалось полезным и интересным. Заходите в гости на канал и прямые трансляции, которые идут каждый день. Всего хорошего. С вами был Валер МХМ. До скорых встреч. Берегите себя. Пока. Пока. Ты заходи, если что.